Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. В студії учасники громадської організації Фонд регіональних досліджень. Я, автор та ведучий Олег Туляков та постійний експерт Валерій Іванович Борзунов. Доброго дня, Валерій Іванович. Добрий день. Шановне товариство, громадська організація Фонд регіональних досліджень днями реалізувала два проекти за підтримки Сумської обласної державної адміністрації. Один проект стосувався вивчення досвіду української революції, другий проект стосувався прямої демократії. Ну, головна мета проектної діяльності – це те, щоб велася діяльність після реалізації проектів. І от досвід цих проектів, а також головне досвід нашої практичної роботи та текст нашого програмного документу «Концепція сталого розвитку», автор якої є Валерій Іванович, легли в основу нашого плану на роботи громадської організації на 2018-2019 рік. У суботу, 4 липня, відбувся засідання Центру сприяння регіональному розвитку при Сумському державному університеті, де ми прийняли низку стратегічних рішень, і головне стратегічне рішення стосується меморандуму. Цей документ, який ми пропонуємо підписати громадським організаціям, політичним партіям, документ, який стосується практичної діяльності щодо забезпечення сталого розвитку громад Сумської області. Сьогодні на нашій передачі ми поговоримо про цей документ. Валерій Івановичу, в чому ви бачите актуальність меморандуму, в чому є його призначення? Ну, как ты уже сказал, мы занимаемся проблемами устойчивого регионального развития, и вот на протяжении почти полутора лет мы рассматривали, рассказывали, разъясняли при встречах и через телевизионную передачу «Точку роста» основные принципы этой концепции. Полтора года прошло, что-то нам удалось, с кем-то мы повстречались и убедили, кого-то не убедили. Но, тем не менее, эту задачу мы выполнили с точки зрения донесения вот такого подхода к развитию как Украины в целом, так и регионов и территориальных громад. Возник вот этот документ, исходя из необходимости этого документа, возникла из той, вот, на мой взгляд, парадоксальной ситуации, которая сложилась сейчас, ну, в канун практически начавшей избирательной кампании. Всем уже понятно, что 2019 год – это выборы президента, выборы Верховной Рады. И сейчас уже страна и общество живет в избирательной кампании. Это видно и по средствам массовой информации, и по агитации, и по кандидатам, и так далее, и так далее. Вот. Но парадокс заключается в том, что вот если мы посмотрим, как проходили 27 лет у нас избирательные кампании и каких результатов мы достигли, то результат А. Мы, по сути, всегда выбираем одних из одной и той же обоймы, то есть это там, новые лица со старым содержанием, будем так говорить. И вот та тенденция, которая наметилась уже вот последние там, 2-3 месяца этой избирательной кампании, показывает, что опять на арене те же самые. И есть, ну, очень большой шанс, что будут избраны те же кандидатуры. А таким образом-то изменений практически не будет. И вот парадоксально, парадокс сложился в том, что там, по разным оценкам, там, от 70 до 80% общества считает, что страна движется не в правильном направлении, а выбираем мы все равно одних и тех же. То есть с одними и теми же лицами, с одним и тем же представлением о будущем Украины. Мы попытались представить вот альтернативную стратегию. То есть если я смотрю сегодня стратегию тех же самых кандидатов, честно говоря, я не вижу ничего там нового. То есть все эти шаблоны, связанные там, я приду к власти, посажу предыдущих, или я отберу накраденное имущество, я сделаю рабочие места, я сделаю новую конституцию. Это все шаблоны, которые, ну, лично меня не трогают, и вряд ли они объясняют обществу, а что же ожидает Украину там, через 5-10 лет? Вот мы в этом меморандуме предложили, во-первых, основные базовые принципы развития, построения экономики будущего и устойчивого развития страны и регионов. Это раз. И второе его назначение – это для того, чтобы произвести изменения, нам нужны новая элита,
новая власть, но не в смысле лица, а с новыми какими-то стратегическими видениями будущего, визией будущего. Вот это так называемая идея формирования новой элиты. Вот насколько я понимаю, в этом есть и актуальность этого документа, и, говорят, необходимость. То ми з вами багато зустрічаємося з людьми у громадах. Ми їздимо по Сумській області. Ну, ось моє враження таке: ті люди, які включені у цей корупційний консенсус, про який ви говорите, ті не хочуть, щоб нічого мінялося, і їх влаштовує те, що є, але і вони розуміють, що все ж таки у цей консенсус внаслідок певного якогось економічного краху або інших причин може і порушитися. Тобто вони теж занепокоєні. Я не кажу про інших людей, які бачать, що рівень життя впав, які бачать, як від'їжджає за кордон молодь. Там запит на ці зміни, запит на цей сталий розвиток, там усталений, там він явно видний. Отже, ми пропонуємо меморандум громадсько-політичним об'єднанням. Ну, я такий термін люблю, політологічний, суб'єкт політики, чи партія, чи громадська організація, але дієва, знаєте, не на папері, там, не фейкова якась, а дієва. Це тоді вона суб'єкт політики. От що ми пропонуємо? Ми пропонуємо підписати меморандум. Давайте поговоримо про основний зміст цього документу. Ну, во-первых, повторюся, задача этого меморандума заключается в том, что те люди, которые или не определились в своем будущем, не определились, куда движется страна и как она должна быть, или имеют представление, я их называю там разумная часть, все-таки попытались объединиться вокруг какого-то документа, вокруг какой-то стратегии. Вот. Потому что просто так говорить о том, что нам это не нравится, не нравится, а когда подходит к объединению, то у нас каждый, кажется, второй гетман получается. Вот первая задача мы положили на стол, и будем говорить так, разумные люди и люди, понимающие, что изменения должны быть не на словах, а на деле, мы им предлагаем на этих принципах объединиться. Это раз. Второе. Всего этих базовых принципов там достаточно много, их там, по-моему, около 20 пунктов. Мы в последующих передачах будем более детально их рассматривать. Ну, а сегодня у нас первая такая передача, поэтому вот я остановлюсь таких вот, ну, концептуальных, основных. Что должно произойти в стране, чтобы у нас все-таки изменения начались не на уровне провозглашения успеха от реформ, а действительно. Проблема первая, которая, мне кажется, она всем уже понятна, как и простым людям, так и очень образованным, так и власти вообще понятна. Это, на мой взгляд, то, что страна, в конце концов, должна перейти от стратегии противостояния всех против всех к стратегии устойчивого развития, совместного развития стран. Это, будем говорить так, мы должны перейти от мира, от противостояния к миру, проблема мира. Это первая заложена такая вот, ну, стратегическая функция, это смена внешней стратегии, которой мы должны, не забывая о том, что все равно мы должны иметь какой-то потенциал оборонительный, но тем не менее стратегически мы должны двигаться, что мы должны совместно развиваться со всеми. И в том числе с странами, которые нас окружают. Уже жизнь показала, что когда мы выбираем одновекторное направление, ну вот, к примеру, допустим, 4 года мы жили под вектором вхождения в Европейский Союз и НАТО. И многие сейчас считают, что так и надо делать. Но жизнь показала, что за 4-5 лет эта стратегия оказалась неустойчивой. Мы не только разрушили экономику, мы потеряли территории, и мы постоянно уже находимся, но если не в режиме прямой войны, как говорится, то в режиме постоянного вот такого вот противостояния, в том числе и конфликтно-военного. Первое. Вибачаюсь, что я вас перебиваю. Тут просто как раз на цьому пункті нас багато хто критикує, тому хотілося просто людям роз'яснити, що ми маємо на увазі. От, на мій погляд, є європейські стандарти життя,
життя, це те, що ми маємо на увазі, от макроекономічні показники. Да. Та? А інше – це наше якесь агульне, несмислене рух у куди-небудь вступити. От я завжди згадую фразу Григорія Савича Сковороди, філософа. Він сказав, що хвала блаженній натурі, що важке зробив непотрібним, а потрібне легким. Якщо так важко вступати би туди, напевно, Україні це не потрібно. У України якийсь свій унікальний, свій шлях, про який ми вже давно говоримо. Це так, щоб так пояснити людям, бо зараз почнеться в соціальних мережах. Ну, якщо коротко, я би тезис сформулював так. Україні не треба нікуди вступати. Україні потрібно робити собственну економіку і жити в дружбі з усіма окружаючими і совместно з ними розвиватися. От я вважаю, що це і є стратегія устойчива. Все остальное – це не устойчиво. Якщо ми кинемося там, під Америку, или під Європу, или під Росію, ми завжди вступаємо в определенний конфлікт. І що найнеприємне, страдаємо-то прежде всего ми, тому що цей конфлікт розрішається на нашій території. Это первый такой вот тезис. Второй тезис, очень важный, это экономическая платформа или экономическая доктрина, как мы говорим. Вот в чем сегодня проблема тех реформ, которые у нас называются успешным, а на самом деле, какими словами только их не называют. Это и децентрализация, это и медицинская реформа, это и освита. То есть я не буду сейчас анализировать это, но если подвести это к одной чертой, почти у всех негатива больше, чем позитива. А точнее, даже почти все в негативе. В чем корень зла? Почему наши реформы неэффективны? Потому что мы пытаемся делать их в рамках той экономики, которая у нас сложилась. А мы уже говорили, что она разрушена до такого основания, что тут не только макроэкономические показатели можно приводить там, сотни раз, но есть и конкретные уже результаты, вот вы их о них вспоминали, массовый выезд людей активных и молодежи за границу. То есть в рамках этой экономики, я по макроэкономическим показателям, это я называю экономика уровня Нигерии, в рамках этого уровня экономики невозможно делать эффективные секторальные реформы. То есть нельзя сделать эффективную реформу медицины без денег. Поэтому второй тезис, о котором мы говорим, мы должны не ремонтировать настоящее, то, что мы сегодня делаем. То есть, в принципе, это хорошо. То есть мы ремонтируем дороги, там, школы, там, еще какие-то заведения. Это текущие проблемы, которые надо делать. Но это не экономика будущего. Мы должны проектировать экономику будущего и выходить на конкурентоспособную страну уже не в условиях там, этого года или прошлого года, а в условиях того, куда приведет нас технологический новый уклад, то есть куда пойдут развитые страны через 5-10 лет. Вот там мы должны быть конкурентоспособны, а не в прошлом. Это одно. И второе мерило, в конце концов, все реформы и все стратегии должны приводить к главному показателю – качеству жизни населения. То есть если мы говорим, что мы прокладываем дорожную карту там, по реформированию экономики, то мы должны сказать, что, допустим, там, средневзвешенный доход на душу там, человека будет не 4 доллара в сутки по последним исследованиям, а, допустим, 10, 15, 20, в зависимости от этого. Если мы говорим, что мы вырастем на 2-3%, то это экономика отстающего уровня. Мы, как говорится, не только остаемся на уровне стран третьего уровня, мы скатываемся еще дальше, отстаем от развитых стран. Это второй вот блок, который... Ну и, может быть, третий, я уже о нем говорил, и на этом остановлюсь, дальше мы будем развивать эту мысль. Это для... реализации новой стратегии нужны новые люди, нужна новая элита, и эта новая элита должна сформировать новую власть. Я уже убедился в том, что с действующей властью, как бы мы ни пересаживали там одного, второго, третьего и тех фигурантов, которые на арене у нас есть, мы все равно возвращаемся в прошлое. Вот формирование новой элиты, формирование новой власти, ну, кажется, желательно без революции. Ну, а... якщо революцію розуміти як якісні зміни в суспільстві, то, на мій погляд, треба говорити о революції, треба говорити о революції однозначно. Але яка вона буде революція? Є революція помірна за допомогою справжнього реформування, а є революція із насильницькими діями, що, звичайно, що треба уникнути. І з того, що ви сказали, я б акцентував увагу ось на чому, що ми розуміємо під якістю життя. На мій погляд, під якістю життя, тут треба просто пояснити глядачам, ми розуміємо
візьмемо прості речі. Ціни на товари першої необхідності, вартість комунальних послуг, рівень доходів, можливість працевлаштуватися на батьківщині. Ну, оці речі, правильно? Ми маємо на увазі. Правильно, я навіть, може бути, не почав не з тих питань, які ви сказали, там ціни, тарифи і так далі. Це все на слуху. Но важно не сколько стоит этот товар, а какова моя платежеспособность. То есть если у меня платежеспособность такова, что я на коммунальные услуги расходую там 10-15%, то меня не волнует размер, это важно, что у меня остается. То есть первое, это мы должны выйти на своевременный платеж, на современный платежеспособный уровень. А цифры я уже называл. И второй момент под качество жизни, это же не только, как говорится, материальное, но это и здоровье человека. То есть когда мы говорим о медицинской реформе, то мы уже скатились до того, что мы не называем это реформой здравоохранения, мы называем это реформой медицинских услуг. То есть мы говорим об эффективности лечения больного человека. А если мы говорим вообще о здравоохранении, так нам нужно думать о том, чтобы у нас нация была здорова, а не как мы ее будем лечить. А мы сегодня, к сожалению, не нацию здоровой не можем обеспечить, и больного не можем вылечить. Вот это в совокупности и есть качество жизни. Давайте перейдемо до наступної проблеми. На мій погляд, вона сама ключова і головна в нашому русі. Як ми цей меморандум будемо пропагувати, як про нього говорити, кому запропонуємо підписати. Чому це сама головна проблема? Ну, це практика говорить. Знаєте, ми настільки, люди настільки розбещені цими піар-акціями і цим шоу-бізнесом під назвою «Українська політика», що якісь серйозні реальні речі вони просто відмовляються сприймати. Коли ми говоримо людям там на місцях про економіку, про ці можливості, то ми бачимо, як втрачається інтерес через те, що не звикли, не хочуть просто вникати. Отже, які наші плани щодо того, як ми цей меморандум будемо просувати далі в життя? Зробимо його робочим документом, живим. Ну, во-первых, мы уже первый шаг сделали. У нас образовалось определенное какое-то ядро, я считаю, достаточно авторитетных и разумных людей, которые полностью разделяют эти базовые принципы меморандума, понимают их и готовы к распространению этих идей, отстаиванию и так далее. То есть первый шаг уже сделан, такая вот инициативная группа существует, и именно от имени ее мы и выступаем. Это раз. Второе, я бы разделил сегодня, во-первых, политический мамонт на две части. Первое – это те, которые находятся при власти, и им в большинстве случаев не нужны изменения, недовольны сегодня настоящим. По-видимому, практика показала, что все наши предложения, они не будут приниматься, они будут отторгаться. Хотя среди любой политической силы, даже те, которые находятся при власти, тоже есть люди разные, и тоже есть разумные люди, которые понимают, что вот надо делать по-другому и согласны с нашими принципами, но они находятся в системе. То есть мы должны выбрать те политические организации, которые поддержат этот меморандум, поддержат эти принципы, и с ними мы можем выходить в избирательную кампанию. То есть мы можем поддерживать тех кандидатов, которые они выдвигают, мы можем поддерживать тех кандидатов, которые мы выдвигаем. Но это не просто кандидаты, которые выходят и обещают там рабочие места, высокую заработную плату. Они базируются на тех принципах, которые, то есть они в случае победы будут реализовывать эти принципы, а не просто обещанием заниматься. То есть это второй этап, который мы должны пройти. Очень хороший инструмент есть, что при каждых администрациях, там и городских, и областных, есть советы общественной организации, где неравнодушные активные люди присутствуют. Значит, мы выйдем на них и предложим тоже рассмотреть. Я даже скажу больше, этот третий шаг, на мой взгляд, он имеет очень серьезную перспективу. Потому что те партии, которые на сегодня у нас находятся в Украине, они настолько повязли в этих всех коррупционных проблемах, что я, честно говоря, не надеюсь на то, что их можно перевоспитать и так далее. А вот общественные организации можно привлечь к этому. Достаточно много там разумных людей. Более того, я скажу такую непопулярную вещь, но аналитика показывает мне, что вообще
партийная система начинает потихонечку сходить с арены. Как бы мы ни хотели, а за каждой партийной системой не только в Украине, но и в ведущих странах, так в той же самой Америке, стоят финансово-промышленные группы. И как только приходят большие деньги, так партия начинает уже работать на деньги. И та децентрализация, которая у нас началась, в основу его как раз должна быть положена не партийная система, а система территориальных громад. Вот общественные организации и активисты должны выходить на территориальные громады, где там и будет формироваться элита, и там будет формирована новая власть вместе с реформами. Вот я такую дорожную карту вирисував би. Ну, у нас не так багато часу залишилось, але все ж таки дозволю собі от сказати з приводу партійної системи, то, що ви говорили. Ви знаєте, можливо, я скажу, Валерій Іванович, парадоксально, то смішну річ. У нас партійна система на Україні в період її незалежності не було. Я от ще в 1996 році в обладміністрації співпрацював з партіями і виходив з класичного визначення партії як сили, яка пропонує ідеї майбутнього суспільства та втілює ці ідеї. Ну, у кого, хто з партії пропонував реалістичні, осмислені, я би сказав, чесні, правдиві ідеї майбутнього українського суспільства? Я таких партій не знаю, це ви правильно кажете. Це от ось якісь угрупування, які під класичне визначення партії з точки зору політології не підходять. От я згадав на засіданні центру, коли сказали, чи будемо працювати з партіями, і моя реакція була відверто негативна, що взагалі не працювати, а потім, здається, Марк Абрамович Бергман сказав, що треба звернутися до них офіційно, або не він, хтось інший сказав, і дізнатися реакцію. А дійсно, да, от цікаво, да, от офіційно звернутися до партії. І от нехай аргументують відношення до меморандуму, тобто відношення до майбутнього дітей України. От ось він меморандум, я покажу, він дійсно є цей документ. Його можна, до речі, прочитати на сторінці Центру сприяння регіональному розвитку. Він викладений в відкритому доступі. От і дізнатися реакцію, що вони скажуть з цього приводу. Це якраз буде така перевірка, знаєте, на... Ну, тут два момента вот, в комментарии к этому. Во-первых, на региональном уровне я вообще не вижу никакой идеологии у партии. Это сверху спущенные какие-то лозунги, призывы и так далее. Эмотивные гасла, понимаете? Да. Эмотивные, на эмоции. Вот сейчас раскручивается какой-то Иван Бубенчик. Ні програми, ні ідеї. Іван Бубенчик, наш президент, народ малюється Україні як стадо, не будьте стадом. Акцент на емоції, не на розум, на емоції, не на програму реалістичну, а на якісь гасла, в які можна повірити, ну, чисто емоції. Тобто вот на центральному рівні там хоч какая-то там осмисленість є, а на регіональному рівні це просто дубляж то, що їм спускають зверху, і вони тут намагаються цим жонглювати. І второй момент. Я предполагаю, що, допустим, со многими партіями у нас розговор состоится, и мы вроде не найдем консенсуса. Но меня это тоже радует. По крайней мере, мы покажем о том, что вот наши идеи, а вот эти партии рвутся к власти, вот у них отношение к такое-то. Голосуйте, выбирайте. Ну, добре. Валерій Іванович, останнє, ну, скоріше, анонс. Да? Ми у наступних передачах будемо роз'яснювати, шановні глядачі, положення цього меморандуму. Ще раз повторю, він викладений у відкритому доступі. І ми готуємо засідання громадської ради. Це така інституція, яка при Сумській обласній державній адміністрації об'єднує провідні громадські організації. На цьому засіданні громадської ради ми запропонуємо розглянути та підписати громадським організаціям Сумської області цей документ. Я скажу те, що ось сила нашої доктрини в тому, що усі громадські організації можуть там знайти своє місце, навіть ті, які займаються якимось специфічною справою. Ну, більше того, скажу, що це не догма. Тобто, якщо возникнуть хороші ідеї, поправки і доповнення, це прекрасно, ми будемо цей документ дорабатувати. Ну так, правильно. Дякую, Валерій Іванович, за участь у передачі. Шановні телеглядачі, це була «Точка росту», науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Сьогодні ми говорили про діяльність громадських
громадської організації Фонд регіональних досліджень у частині розповсюдження та підписання меморандуму громадських політичних організацій, представників бізнесу та активних громадян України про спільну діяльність по зміні економіко-політичної системи та реалізації принципів сталого регіонального розвитку. Ми вважаємо, що громади Сумщини можуть стати такими, знаєте, пілотними майданчиками для того, щоб ми змогли довести, що наші ідеї ефективні, правдиві, реалістичні та потрібні українському народу. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.